Все выступают здесь, Киргизия. Хоть один раз там были вы, в Киргизии? Кто-то, может быть, был. Делегацию приехали, отвезли в гостиницу, накормили, напоили. В парламент отвезли, накормили, напоили. То есть они любят угощать восточный народ. Меня прямо на границе с Казахстаном стол накрыли. Слушай, что вы делаете? Жара. Только поели, еще в горы, в шатер. И там стол накрыли. Что вы делаете вообще? То есть надо знать, я сам там родился, вырос. Этот Бишкек, это была маленькая деревушка. А теперь огромный город, который построили при советской власти. Сейчас они удивляются, как же так мы прощаем всем долги. Так мы не только прощаем долги, мы вообще все делали для них. Там были аулы и скот, овцы, верблюды, свиней там не было до прихода русских. Хорошая вишня, там виноград, арбузы, дыни, все. И тихо жили в своих аулах, в горах или на равнинах. И при русском царе все было в порядке. Они боготворили русских. Пришли инженеры русские, какие-то машины, города стали строить. Вот. Но революция и всю эту схему нормального освоения территории поломали. А теперь, значит, они привыкли, что при советской власти все давала Москва. И сейчас они считают, что уже новая власть и у нас, и у них. Мы должны давать. Давай поедем, попросим. Кандидаты в президенты, один ко мне приехал, говорит, давай помоги, чтобы я стал президентом, я вам отдам область целую, там 6 областей. Что они готовы отдавать-то? И действительно, там не только есть полезные ископаемые, и золото там, и уран, и другие. Возможность использования гидроресурсов. Но, наконец, если они ничего этого не хотят давать, это очень дорого, они понимают, пусть отдадут Иссык-Куль. Великолепное озеро, теплое, лучше, чем Черное море, незагаженное, песочек. Кругом деревни по-русски говорят только, питание есть. Кто мешает? Поезд прямой, Москва, Иссык-Куль. Прям железная дорога упирается в озеро. Озеро не просто, границ нету, как море, океан. И с мая по октябрь, 6 месяцев там можно использовать его. То есть можно было что взять в счет долгов. Но не умеют наши министры и все, кто занимается этим, до сих пор по советской схеме дать и простить. Два глагола. Дать и простить. А за чей счет? За счет нашего народа.